Каждые 15 минут в мире кто-то умирает от рака груди. И пугающую статистику можем изменить мы сами, если просто придем на обследование. И не важно, что ничего не болит. Ведь при лечении онкологии главная проблема – несвоевременная диагностика. Так что это тот самый случай, когда лучше перестраховаться, чем о болезни узнать слишком поздно. Скажите, а что нужно, чтобы записаться на обследование? Паспорт и полис. Ирина Петрова только недавно узнала, что именно к раку молочной железы может быть генетическая предрасположенность, и решила не рисковать. Ведь сама несколько лет назад привозила в онкоцентр свою тетю, которая победить онкологию так и не смогла. Она умерла как раз от рака молочной железы в 59 лет. Поскольку у меня возраст приближается к 55, я решила воспользоваться этой возможностью. Приехала в этот центр для обследования. Ирину отправляют на маммографию, иначе говоря, рентген. Не страшно? Да нет, не страшно. Мы с вами будем снимать железу в двух проекциях. Одну, да, левая и правая, по два снимочка. Лилия Васильченко из Краснодарского края уже прошла обследование и ждет результатов. У мамы была обнаружена онкология. Она прошла химиотерапию, лучевую терапию. У нас у мамы три дочери, мы все очень переживаем. Проверяемся. Ирина Довгаль всю ночь провела в поезде, чтобы попасть на консультацию в центр имени Блохина. Заключение врача изучала несколько минут. Казалось, едва дыша от переживаний. Ну и как результат? Отлично. Да, все хорошо? Да. Если рак груди обнаружен на начальной стадии, вероятность, что пациент поправится, больше 95%. Еще совсем недавно в России заболевание преимущественно в 60% случаев обнаруживалось на запущенных стадиях. Это третья, четвертая стадия. Сейчас цифры несколько изменились. Мы говорим о том, что подавляющее большинство все-таки приходит со второй стадии рака молочной железы. В том числе и благодаря таким акциям. В центре имени Блохина напоминают, рак боится не только смелых, но и бдительных. Дина Иванова, Павел Волосатов, Ержан Мухамеджанов, телекомпания НТВ.